крутой, очень красивый. Для меня это был первый, ну, такой опыт, да, календарь, и мне понравился результат. Календар XXL, він найкрасивіший, найнатуральніший по пейзажам, за природою. Ну і головне – це наші героїні, тому що вони дуже красиві, вони наші. Я поработал фотографом, на самом деле, да. Это вот единственное, наверное, на что бы я сменил свою профессию, это работа с фотографом в XXL. Mm-hmm.